парень, папа. Переговорюсь. Спасибо. Эта комиссия, решение этой комиссии носили исключительно рекомендательный характер, и они становились уже, так сказать, силой закона после того, как решение утверждалось приказом. Комиссия, решение комиссии носили рекомендатор или постановляющий? Ну, они, скажем, они обретали юридическую силу только после того, как ее утвердили, принялся в ГОСТ, я не посмотрел. Значит, рекомендательный. Второй. Еще раз я бы хотел уточнить, потому что еще я с другой стороны вопроса переверну. 2000 год, Осадчий, река Сима, противоречия Аякс и Крыму. Вот по всем данным, которые мы сейчас изучили, по которым вы нам дали разъяснение, в 2010 году должен был ловить там прибор. Но господин Осадчий, вот стоя здесь на вашем месте, сказал, никто там не ловил, ловил только я. Значит, вы тогда определили этот ответ либо браконьерством, либо он не ловил. Никакого специального решения не нужно. Документарного. То есть разрешение. Да. Это просто телеграмма. Вот господин Осадчий, опять же, здесь внушал всем, что он платил деньги за речку, за то, чтобы ловить на речке. Но РУС это не для изъятия. РУС это не для ловли, это моя точка зрения. Это рыба учетное заграждение.
говорю, что рыба в речке, как он тут же нам говорил, некачественная. Так имелось ли смысл давать за это деньги? Лишнее, да. Изъятие более логических ресурсов. Понятно. Ну, это в том числе... Но не в первую очередь для изъятия. Это же не для лобби. Ну, это для... Но надо комплексно. В том числе и для регулирования, да. Пропуск и регулирования производства. Спасибо. И еще один. Ну, вы достаточно давно работаете на Сахалине. Глубоко знаете рыбохозяйственный комплекс. Такой вот вопрос. Значит, здесь же Сачи заявил, что он является одним из самых крупных рыбопромышленников Сахалина и самым крупным налогоплательщиком. Вообще может Сахалин сказать? Нет, здесь, конечно, крупные промышленники, плательщики есть больше. Ну, как бы характеризовали?